Суббота, едем на тихоходковое серьезное мероприятие на серьезной машине. Вон она нас ждет. Работает. Вебаста. А что ты? А ты боевые шины брал? Ну конечно. Круто. Показывает через. Летим. Дарницкий мост ехать. Через Дарницкий показывает? Да. Блин, магазин я хотел. Может через Ленинградку поедем? Блин. А здесь можно налево повернуть? Да, да. Ну что, стабилизировалась карбюратор? Налево она. 50 метров. Поверните направо. Все яркое, правда. Блин, нормально едет. Поверните направо. А что, ты новый подбросил? Да нет, тот же самый нас пришлось. Прокапиталил. Починить, потому что. Без заноса разворот. На этом месте у меня два раза. Ну почти один раз с той стороны, один раз вот прямо на этом развороте кардан на гранде отвалился. Ну хорошо, недалеко от дома. Ну да. Это грузовик. Что там, какая-то жесть. Мы едем. Так, надо перестроиться. Ну да, они эту полосу перекрыли. В зеркало что-то видишь? Знаю, вот это. А. Да не, не серьезное, слава богу, такое тиранули. Что-то кто-то кого-то не понял. 70 идет. Да. 60. Да, хороший мопед, смотри, японский, наверное. Да, может, оригинальный Китай тоже валит. Модустер полетел. Что там, Днепр замерзший. Едут, наверное. Да, ну да, суббота. Суббота, с утра люди. Правее. Правее будет. И после светофора перестраиваемся. Так, друзья, тут кто смотрел прошлогодний онлайн ровно год назад, блин, тут, конечно, полицейские они такие сделали. Просто не полицейские, а целый полк лежит вроде, да? Да-да. Да, где-то вот тут сейчас будет рыночек. Мы тут Opel вклепали. Да, вот здесь. Вот да, это. Похоже, да, да. О, на этом переходе. Тормози, тормози. Здесь, блин, страшно. Вот на этом переходе чувак притормозил. Женщина ломилась. Там как-то такая ситуация была. Ну, да, странная. Юре вчера звоню. Говорю, поехали на тихоход. Но ушел в отказ. Ну, там есть причины. Не очень приятные. Ну, такое все нормально. Тормози, тормози, блин, не подъезжай к нему, я тебя прошу, страшно очень. А он может начать тормозить любое, он тормозит быстрее, чем мы явно. Ты видишь, опасный какой? Ты жесткий, жесткий. Ну нафиг, это Дуанас, он так и хочет. Хочет. Его догнали. В онлайне опять. Повернули на Лубянку. Поле в снегу, а, там зеленое, а слева зеленое, да, вроде в разных местах, да. Тут тоже зеленое под снегом, но. Все, мы в Лубянке, на Лубянке. Ну, вот тут возле школы полицейские, люди на велосипедах. Церковь какая старая, церковь. Деревянная. Да, деревянная. Синенькая. Какого года, интересно, она постройки такая. Да. В советское время какой-то склад, наверное, был. Не сожгли деревянные, не сожгли. Бывает. Продолжайте движение прямо. Так, вот поворот в лагерь. Был такой экстремальный немножко. Геленваген тоже ищет, куда ехать. Ну, мы уже практически на месте. Правый поворот должен где-то быть в лагере. Сегодня
мы сегодня... Девяточка. Девяточка, посмотри, точно. Мы тут на своей девяточке проедем везде. Так. А белый вот и волк. Участники. Ну, белый волк всегда участвует в этом мероприятии. Это его тема. Посмотри-ка, какой патрол модный вообще. Да, тут патрол вообще, блин, очень фигурный. Модный. Тут белого волка, один белый волк здесь. О, смотри, Луаза Субару жива. Сейчас узнаем, как она. В общем, прибыли мы на место. Джимник новый есть. Где его тут проканулся? Давай вклепаем в гелик, чтобы было как в этом. Чего, как в анекдоте будет нормально. Да. А, в ТикТоке видел видео, нет? Чуваки вклепали в Мерседес сзади, а бойцы с Мерса выходят, ржут, блин, так им весело было. Так, вот у вас. Этот за нами ехал? Да. Не-не, это простые колеса, это не БТРовские, да. Не БТРовские, это что-то мне так показалось, наверное. Ух ты, ё-моё, это что, на этом поедут? Это мы приехали. Зато ё, чтоб ты был здоровый. Можно донести до точки, да? А что хуйня торчит? Тихо, тихо, дети смотрят. Что это за такая? Это выхлопная труба печки. Смотри, смотри, надо снимать твои глаза, я понял. Это выбаста, да, работает. Это обогрев лобового стекла. Да нет. Только штурману, да? Всего салона, тепло, хорошо. Электрический батон. Не ожидал ты такого поворота? Особенно диффузор, это же вообще просто. Да, так тут работал профессионал над этой печкой. Круто. Так, идем к Луаза Субару. Паджеро Спорт больше всех, как обычно. Страшный человек. Развил эти машины. Смотри, вот аппарат. Жива. Починили. Где люди переживают, не спят же ж, елки, как починили машину, что было. Иди, дай Русу интервью. Привет. Блин, в лесу, слышите, связь улучшается с годами. Онлайн идет вообще четко. Даже не прерывается. Здравствуйте. Да, привет. Ох, елки. Слышишь, так ты уже вставил, тебя приняли, да, или что? Не, ну машина похожа. А, ты же обогнал их, блин, ты же на втором месте. Ну тогда, Вань. А это они такой бандой приехали мстить, да, или что? Мы конкуренты. Так что было, расскажи, что сломалось. Сцепление же порвало. Корзину порвало, лучше. Нет, цей. Феридор разорвало. Феридор разорвало и все, да? И что, поменял и все? Не, и корзину меня, бо поставил. Пописала все. Другая так? Все равно буксует, вона. А, уже слабенькая, да? Да, да, да. Подожди. Это жестяк вообще. Не, ну дымело оно там. Нереально. Ну на руках несли, хорошая машина. Не, ну ты знаешь, щоб не цей, привет. Щоб ще й не. Як? Може десь і. Ой. Щоб не така жесть, да? Ну да, там що, там осталось уже один подйом, то і все. Та почти проїхав, да? Ну шо, ми за вами поїдемо. Догнали Нісан на трасі. Ти ж на світофорі. Не-не, там Ланос пытался нам подставиться в том же месте, опять же. Блин, на переходе? Да, это жесть вообще. Хорошая у них фляжка. Ну как тебе машина? Да машина с хрен его знает, фляжка хорошая. Чуть у вас не выиграла, блин, повезло. LG. Вот это легендарная машина. Сейчас сделаем пару фотографий. Ого, это известный патрол. Не говори. Ёлки, я его видел в Ютубе. Это который под водой ездит. Ну, скажем так, с поверхности вниз. И, подождите, чья-то голова над. А чья голова над водой торчала? Надо обратиться в архив. Какое-то знакомое лицо у вас. Ёлки-палки. Да-да. Блин, это этот патрул? Ну, да. Сейчас будет экшен. Да. Сейчас будет экшен. Сейчас будет экшен. Сейчас будет экшен. Далеко. Куда? Все.
Господи, хай бобер будет плыть. Плываем, плываем. Не глуши. Да. Вот это круто. Да не, он неправильно поехал. Да там проходное, все легко проезжали все. Кто правильно? Да. Нормально, нормально. Ну красиво. Красиво, лебедка. Мотор не заглох. Лебедка тянет. Ну это красиво. Ёханый бабай. А что там за мотор? 2.8 родной. 2.8 родной. Багера. Уже чуть-чуть БУ, да? Уже видали, видели. Да, багера. Что там, 37? Да. Да и патрол тоже такой виды видал. Да, друзья, это и эта машинка. И пилот этот. Но сегодня не это, сегодня прохладно, да? Для погружений. Плавать сегодня? Да, сегодня заплывов не будет. Но экшен может быть, посмотрите, какой он боевой. Да, кто не видел в ТикТоке, есть это видео в Ютубе в нашем. Там, где только голова пилота над крышей выступает. И чуть-чуть шноркеля. Погружение было несколько сантиметров до шноркеля. Все было под водой. Так, а вот и Вранглер знаменитый. Починили. Юра, так а что, пара была, да? А? После закрытия сезона пару разорвали, да? Да. Зубья на планетарке? Угу. И там так же само в Фуджике. И Фуджике так же? Передняя, там задняя. Ну да. По два зуба осталось. Что-то у тебя какой-то это. Да. Специализация по парам, короче, у тебя. Ну, да. У меня по шрусам. Так а ты что, на Запорожье? Ну да. Здоровенький пулы. О, привет. Привет. Сколько лет? Какая-то машина у вас новая? Запасная. А, запасная? А радиатор лежит. А лебедка на месте радиатора, да, чтобы свеса не было. Все, понял. Ого, там какие-то амортизаторы у вас серьезные. Это мы на Запорожце вас не догоним, мы. Я вот этим автомобилем забрался на Драгобрат, так чувак становился на колени, заглядывал к окну, говорит, я кусу без них. А он, а он полноприводный? Вот этот? Да. Передний. Передний? Да. Это у меня четвертый такой. Так а как вы заехали на Драгобрат? Вот так заехал. Я их не он сам не понял. Ну как нет, а как? Ну так. Ходом. А? Блин, японские хорошие были машины. Это четвертый, Руслан. Это меня их выкупают. Просто я их люфтую, поднимаю, понял. И... Так это редкая машина. Mitsubishi Space Runner. А, Space Runner. Да. Иди покажу, что это интересное. Вот смотри, французы, немцы до сих пор делают машины. Вот они. А, вот дверь. Они не могут победить вот эту полоску, ты понял? Так. А... Японцы, вот 94-й год, они выпускали с 92-го по 99-й. Так. Смотри. Опа, а, полоска внизу.
Полоска внизу и вот ролик вверху. Ходит, понял? Красавчики вообще. Понял? Класс, и удобно же. Удобно, и ребенок там не откроет калитку, не выйдет, понял сам. Японцы. Они есть говорят? Полноприводные, РВР. Есть, да? РВР-ка, да. Праворукие, понял, и у них сзади бампер совсем другой, и запаска вот тут, понял. О, смотрите, блин, помолодел как. Владимир. Крис. Крис, я знаю, я. А то я все вижу тебя по Ютубу, по Ютубу. Это да. Он все. И денег не дает, понимаете? Не дает денег, да? Даже хотя бы конфетки купил там. Крис, ты просто виртуальный. Да, я понял. Что-то похудел ты. Ты что, не ел с Нового года или что? Ёханый бабай. Был, ты помнишь? Ты ж был, а? Не знаю, наверное, бородач он. Непредсказуем. Двери закинь его. Буду через окно прыгать. Да где, ну? Там, ничего. Стой, 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 да не ломай. Ё-моё. Ну вот. Я еще сесть не могу. Охренеть. Хотите, можем штурмана на Запорожце за вами возить, чтобы... Новые расширители. А нет, где-то что-то заклинило. Все, ключом открыло, ну. Привет. Починил? Тёма, вроде. Починил. Тёма, вроде да. Тут все по-жесткому. Машина подготовлена. Фотоаппарат был утоплен. Что утопил? Такой же. На закрытии. Такой же купил? Да. БУ в хорошем состоянии? 7 тысяч пробега. Класс. Ну да. Ты любишь, да. Даже ну, кнопочки целые. Ну, помнишь, я тебе говорил, сколько потеря у вас? Где-то около часа потеря на фотоаппарате. Уже опытный, это нормально. Да не, ну ты его каждый раз пока достаешь. Спасибо, да, пожалуйста. Лучше мои кадры были сделаны прошлым фотоаппаратом, да? Да. Которая на фесте, там где Гранд Чероки с брызгами, это Артем сделал эту фотку, которая на заставке канала стоит и в Фейсбуке. Да, было время. Да. Теперь я тебя фотографирую. Как ты будешь, как ты будешь ездить? Запорожцем? Да. Ну блин, вас хрен догонишь. Да, нас плохо, что никто не может поснимать, ни регистратора нету. Ну да, надо что-то делать. Может медленнее будете? Медленнее нельзя ехать. Не получается. Не, какой-то, если ему тройную дозу персена дать этому с Днепропетровска, то, может, было бы шансы, но вообще небольшие. Так, банда Белого Волка готовится к старту. Нормально люди готовы. Так точки же насколько быстрее брать, понял? Не, ну это заряженная машина. Ого, вот это тюнинг. А что это? Лебедка. Нормально. Ого, подготовка. Так краску обновляют, я знаю. Да? Что я хотел спросить это? А что за мотор? Что-то мы... Супа. Не, я понял, объем. 1,1. 1,1? Это с этой, с маленькой, да? Блин. Как-то Джасти там или... Джасти. Ну, Джасти, Либеро шли. Либеро, да. Хорошо. А сколько лошадей в нем? Я даже не скажу. Хватает, короче. Да, ты на жесткой притащили? Да. Знаешь, как это пишется? Достаточно. Достаточно, в Роллс-Ройсе, да? Да.